Снимаем. Да. Вот, послушайте. Сейчас начнется. Я хикарь, одиночка, бататы, просто лох. Мои интересы, квадроби, хобби, хоз. Нет, мне нужно лали, чтобы заглушить боль. Ноль рейденный дом, подарили любовь. Крови, значит, лох, говорил сам Джонни Депп. За меня горы стоит. Отлично? Да, отлично. Хорошая песня. Тимур, так? Это, блядь, до конца слушать? Повели или как? Вот сейчас друзья заканчивается, я спрошу. А, ты тоже. Так, давайте по ощущениям. Как вам песня для начала? Ну, хорошая песня, нормально. От 1 до 10 сколько оцените? Ну, на 10. На 10? Да, ничего себе. Тут песня поется про квадроберов, про фурии. Вот, знаете, кто такие? Эй, бог. Не знаете? Ну, мне понравилась мелодия. Ну, как думаете, кто такие квадроберы, фурии? Я не знаю, я не интересовался никогда. Это вот дети надевают одежду животных и хвосты и бегают. Ну, видел, тут даже... Тут бегают? Ну, тут совсем могут бегать. Да, с масками. Да. И как вы к ним относитесь? Нормально. Нормально? Посмеялись, пошутили, по. Ну, это, кстати, приятный такой, приятный реакт, на самом деле. Ну, люди веселят, народ. Это ну, считается, да, как веселье. Да. Позитивное настроение, надо им делиться. Вот. Хорошо. Вы тоже поделились, вообще хорошо оценили. Нормально. Можно сказать, Стинт красавчик просто. Это вот он это, блин, он эту песню поет. Кто? Стинт. А, Стинт? Да, Стинт красавчик. А-а-а. Можете сказать просто? Стинт красавчик. Все, отлично, спасибо вам. Да.